Полномочия по лицензированию и контролю за реализацией алкогольной продукции с 1 июля будут переданы из района в регион. С сегодняшнего дня в силу вступил закон Иркутской области от 31 марта текущего года. Теперь любая деятельность, связанная с торговлей спиртными напитками, будет контролироваться службой потребительского рынка и лицензирования. Эта структура располагается в Иркутске на Сухобатора 18. Для Ангарского муниципального образования, я считаю, что будет потеряна оперативность в контроле. Все-таки здесь мы на местах, мы быстрее могли принимать какие-то меры, участвовать в каких-то ночных рейдах, жалобы рассматривать, выезжать по жалобам. Что касается предпринимателей, это, конечно, неудобство, что по любому теперь вопросу, связанному с реализацией алкоголя, они должны выезжать в город Иркутск. В Ангарском муниципальном образовании на сегодняшний день около 200 предпринимателей имеют лицензию на торговлю спиртными напитками. Это примерно 400 магазинов и супермаркетов, контролировать которые местная ответственная служба уже не будет.